Найдите пропавших людей, пока не стало слишком поздно. Серьезно? Мне кажется, что да. И это на порядком выше. Она очень атмосферная, на самом деле. Я реально сдерживаюсь, чтобы не закричать. Это жесть. Видишь, она уже по максимуму дает. Мой голос уже срывается. Я уже стараюсь очень спокойно общаться, когда мне хочется просто закричать. Всем приветики! С вами Мелис, и сегодня у нас на подходе новая игрушка. Хоррор. Под названием Silent Bridge. Тихое дыхание в переводе. И эта игра наподобие Scream что-то там. Помнишь, когда мы пытались не разговаривать в микрофон, ходили по лесу, чтобы не закричать, все дела, и тогда нас терепыры поймают, и игра закончена. Вот, это примерно то же самое. Здесь мы будем искать пропавших людей в лесу. И за нами будут бегать всякие монстры, лес будет очень живой. И если мы закричим и испугаемся, то игра закончится. А лес, как и в прошлой той игре, постоянно будет кастомизироваться разным становиться. Имеется в виду. Вот, я микрофон поставила на 20%, потому что, ну, слушай, если я поставлю на 100, я уже кричу, как бы, понимаешь? Ага, то есть крик это настолько. А так разговаривать типа можно, вполне, ну вот. Уп, угу. Уже красная. Уп, угу. Уже красная. Нормально. Вот, давай вот так. Вот так. Вроде бы я не кричу. Хорошо, давай вот так. Вот, отлично. Все. Сделали мы с тобой это дело. Игра вроде на русском. И поехали. Приятного тебе аппетита и просмотра. Что ж, поехали кричать. Надеюсь, что нет. До последнего не знала, что в этой игре будет происходить. Я только зашла сюда и поняла, что здесь это работает с функцией с микрофоном, потому что в описании до этого вообще ничего не было сказано. Если будет достаточно долго смотреть бездну, бездна начнет смотреть вас. Неплохо звучит-то. Так. Ить. Ну, кстати, у меня уже что-то есть страшное в наушниках. Сейчас слушай. Пониже. У меня самой в наушниках есть шум, потому что они это отваливаются. Поэтому у меня вдвойне тут страшненько будет. Привет! 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 И помада упала. Явно знак очень страшный. Нога. Собрать пропавший плакат. Чё твою налево происходит? Слушай, это люто. А немного ли? Найдите пропавших людей, пока не стало слишком поздно. В смысле пропавших людей? Уже как бы поздно. Они уже тут лежали в пакетах. Как это будет не поздно? Блин. Там вороны, кстати. Где вороны? Там мы, если здесь падаем, то тут как бы... Это, все дела. Очень громко, мне кажется, или очень громко, серьезно. Мне страшно. Игра слишком громкая. Мне кажется. Главное не кричать. И поближе к себе поставить, чтобы закричать вообще идеально. Ну, даешь.
За нами будут следить какие-то твари. Прыгать мы, к сожалению. Неплохо. Неплохо. Мне нравится. Отлично все работает. Зачем? Зачем всякие баги, если можно избежать попадания и застревания? Можно просто сквозь это пройти. Вот это я понимаю. Вот это вот. Вот это вот классно. Не то что... некоторых играх. Вот, видишь, как ты поворачиваемся, хоп, сразу светлее становится. Ладно, это может так и задумано. Может, тут сидит? Там что-то темно. Здравствуйте. Там светится. Там что-то светится. Короче, мы проиграем, если мы закричим, либо нас поймают. А поймать нас могут вот эти всякие монстры, которые будут за нами следовать. Вот такие вот тут делишки у нас. Серьезно? Серьезно? Кто? Простите, я больше не буду разговаривать. Какой be quiet? Что это значит? Я не знаю, что это такое. Я не разговариваю по-английски. Надо себя сейчас теперь сдерживать. Громкость. Иначе нам хана будет. Ну слушай, атмосферка давит. Не то, что знаешь, той части. Я не знаю, от этих же это разработчиков или нет. Но мне кажется, что да. И это на порядком выше. Она очень атмосферная на самом деле. Я реально сдерживаюсь, чтобы не закричать. Это жесть. Видишь, она уже по максимуму дает. Мой голос уже срывается. Я уже стараюсь очень спокойно общаться, когда мне хочется просто закричать. Я никогда настолько спокойной еще не была. Не приходилось делать вид настолько спокойный, вот, максимально. Это что за трэш, твою медь, происходит? У меня аж слезы накатываются от такого кирпича лютого. Реально, это мощно. Это мощно. Из-за того, что я не могу кричать, моей мимикой это пытается передать. Может попасть как-то внутрь? О! А пролезть можно? Нет? А можно мне как-то туда попасть? Не дыши мне на ухо, не знаю. Вон, вон там лежит. На самом деле там лежит, а как туда попасть? Вот вход. Что-то будет. Давно не было.
3 из 5. Там что-то светится. Давай туда. Ну, слушай. Уже полегче. Уже полегче. Уже как бы третью нашли. Ничего нету. Stay still. iPhone. Сестер, могут быть разные просьбы к вам. Внимательно их слушайте. Я не знаю, он Крисков. Господи, мы продержались 9 минут. Ё-моё. Ладно, давай еще попытать. В принципе, я справилась по звуку, но... Он меня просто догнал, я в тупик зашла. Вот, он либо тебя поймает, либо ты крикнешь, что-то из двух. Здрасте, 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 здрасте. Угу, хорошо. Это мы уже знаем, встали, встали. Да-да-да, угу. Да, я вас запомнила всех. Хорошо, поехали. Так, пока не слишком поздно. Для кого? Для меня или для вас? Слишком громкая ворона, я чуть не оглохла. Вот. Не, слушай, вообще локации должны меняться. То есть они не будут похожи друг на друга, на самом-то деле. Но почему-то тут все равно находится кладбище. А, это начало. Все, я поняла теперь. И сейчас можно, кстати, кричать. Это начало. То есть отсюда мы, в принципе, просто и начинаем. И сейчас все поменяется. Поехали. Молодняк. Поехали. 1 из 5. Погнали! Кстати, а почему ночь не началась? Ну ладно. А, я могу сейчас днем побегать? То есть, я тогда прошла, дошла до ночи? Или как? Время потратив. Хорошо. Давай пока побегаем днем. Это прекрасней. Хорошая возможность. Можно кричать, сколько влезет. Просто... А-а-а. О, там еще что-то есть. Отлично. О, домик, слушай. Видишь, круто. Интересно. Так, у нас тут кто-то имеется? Что не имеется? Давай в домик, пока светло. Как прекрасно ломать игру. Ходим, пока светло. Так. Здравствуйте. А я собрала, а я собрала. А почему ночь начинается? Я настолько молодец, что я за это время собрала двоих? И ночь не начинается? Ну, у меня, в принципе, так все устраивает, мне все нравится, спасибо. Пойдем дальше. Начинается. Видишь, всем вечера, видимо, ровно. Ровно в 7. Видимо, это вечер. Хотя уже по темноте можно сказать ночь, но может это зима. Но снега-то нету. Поэтому странно. Я не знаю, что ты мне говоришь. Я не знаю, говори по-русски, пожалуйста. Я не понимаю по-английски. У меня с этим очень плохо. Она за мной идет.
Я что-то не подготовила превьюшку настолько офигевшим лицом и открытым ртом. Мне кажется, мне надо будет еще превьюшку делать отдельно для такого. Я не думаю, что здесь будет настолько жестко. Пела! Кричать нельзя, блин. Макси пела. Тарантино. Здравствуйте, 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 здравствуйте. Здравствуйте, не плакайте, я не психолог, я вам помочь не смогу. Сори, но это не ко мне. Так, хорошо. Нам еще хотя бы пережить чуть-чуть, хотя бы минуточку. О. Почему ты не берешься? Он не берется. Он не берется. Он не берется. Он не берется. Ну ты видел, он не брался, вообще не наводилось почему-то. Тут присесть и тому подобное нету. Я пыталась. Ну по сути мы бы сейчас нашли 4 из 5. Если б не вот этот вот мини-баг. Леди Баг. Блин. Поворачиваться назад это очень опасно, на самом деле. А тут надо все исследовать на самом деле. Нет. Нету ничего. Сразу. Ладно, уходим отсюда, здесь реально ничего нет. Не, спасибо. Не. Не. Дорки. Нет. Не-не-не-не-не. Представь, такая херня в реальной жизни. Что за свиньи? До свидания. До свидания. До свидания. До свидася. До свидосики, папандосики. До свиданечки. Мне... Это что, какой-то Serious M, я не пойму. Что за фигня? Ничего не знаю, но я вижу свет. Меня это очень радует. Надеюсь, там последний. Там кто-то ходит. Не-не-не-не-не. Не-не-не. Не-не-не. Нет. Hi, friend. Я твой друг? I want to play hide and seek. Я не верю. Я не верю. Nine, eight, seven, six.
Кто? Кто? И в эту секунду у меня пришло сообщение. У меня сообщение приходит на телефон. Что за лютая штука? Нам еще последнюю. Нет! 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 Не спиной? Да я ж... Я не знаю английский, в смысле повернуться к ней лицом. Это тогда, ну, нереально пройти нам, слушай. Это нереально нам пройти, я не знаю, что они по-английски болтают. О, божечки. Ладно, давай еще раз. Ну, блин, мы дошли до 4. Мы бы дошли до 5, если бы оно было на русском. В той игре, что в этой, на английском. Да. Так, 5. Сейчас почти 6. Выключается свет в 7. Ну, свет выключается. Прикольно звучит. Ну да ладно. Примерно так. Ну блин, мне не нравится, что на английском. Я не понимаю, что они мне говорят. Хорошо, одна сказала, я твой друг, это понятно. Но почему-то потом считали, да, от 6 до 1, да? Что это было, не знаю. Потом она тоже что-то болтала. Мол, смотри на меня. Я даже этого не слышала. Типа, я даже си не слышала. Я не прислушивалась. Английская речь. Я плохо в ней ориентируюсь. Очень плохо. Где? Труп. Где он? Я ни одного не нашла, вы убираете? У меня уже миссия не заболеть, нажимать Shift. Ой. Ну, я думаю, это у нас последняя попытка. Потому что проблема в том, что я английского не знаю. И, ну, тем более на слух это вообще... Может, текстом, ну, я пойму, что там написали, но на слух я вообще не тыри-пыри, серьезно, то есть, это нереально, это чисто на везение, если они не будут говорить мне там ничего, и все, мы пройдем. Мы почти прошли, слушай, там просто одна записка забаговалась, поэтому мы ее не подобрали. Темно настанет. 10 секунд. 3, 4, 5. Кстати, февраль 1999 год. Интересно. А почему именно эта дата? Может, это с каким-то событием ассоциируется? Ну, каким-то настоящим. Ну, именно это число. Be quiet. Что это? Be quiet. Я не знаю, что quiet. Но мы уже ведем себя максимально тихо. Я уже, в принципе, разговаривать не хочу.
Одновременно и пугаюсь, и зеваю. Нормальная реакция. За штука. Это что за викинг? Мяч. Спасибо. Парю дали. Я такое тоже как-то получала, помню. Сидишь такой в поле на скамеечке, на физкультуре, и прилетает тебе в лицо. Вот примерно так. Не, ну чисто со скримерами сюда идти надо. Здесь прям шпанают и шпанают, просто на самом деле. Ау. Отлично. Жаль, что нельзя было покататься. Было бы классно, если бы можно было реально покататься. Было бы круто. Не-не-не-не. Нечего. Ой, я на таких в детстве любила кататься. Лодочки классно. Да еб твою. Американские горки. Я бы тоже покаталась. Я чё, не в ту игру попала. Я не в ту игру попала, походу. Тут что-то странное происходит. Помогите, спасите, пожалуйста. Ладно, хорошо, уходим. Там вижу, что-то светится. Давай туда. Да иди, у меня сжимается шип. Кажется, аттракционы отключились навсегда. Опять этот мяч. А это что? Еще один мяч? Спасибо. Ой. Беги. Беги. Какого хрена? Я не вызывала такой отряд. Зачем? Металлический звук, как будто здесь что-то имеется. Видишь, нас кидает из локации в локацию. Ну, специально. То есть генерируется. То есть не просто ходишь по лесу. То есть не просто ты ходишь по лесу туда-сюда, а нас перекидывает из локации в локацию. И они все почти разные. Кроме в начале первых. Так, все, мы сейчас на последнем плакате. Нет. What are you doing? I want to play hide and seek. You hide. I seek. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Я нашла всех. Я нашла всех. Я нашла всех! Я смогла, я это сделала. Я прошла игру. Я прошла игру. Потрясающе. Я справилась быстрее всех. Ты чё? А, ну сердце прихватило, но после такого реально прихватило. Что? Я вам помогла, я вас нашла. И себя потеряла.
What? Что происходит? Не говори, что это будет постоянно. Кто-то будет искать, а потом он будет здесь лежать. Эти воспоминания вам совсем не чужды. Это как если бы вы жили один и тот же день снова и снова. Есть ли способ прервать этот цикл? Те, кто за пределами леса, думают, что вы уже мертвы. Так это правда? Ну слушай, я очень довольна сегодняшним результатом. Я реально... Вы пережили всего 28 пуганий. Всего! Да ладно, мы еще больше пережили. А... Слушай, игра выключилась. Настолько выход, что реально выход с игры. Ладно, прикольно, хорошо. Ну слушай, мы реально ее прошли. Я не думала, что мы ее сможем пройти сегодня. Потому что... Мы тогда тут скрим даже не прошли. Ну и здесь я думала, что мы не пройдем, но мы прошли. Так что ладно, давай-ка. Спасибо тебе за просмотр. Напиши в комментариях, как тебе игрушка и хочешь ли ты в нее поиграть. Я рекомендую, если тебе нравится хоррор, потому что это прям знатно сделано. Все, спасибо. А еще нажми на колокольчик, чтобы приходили уведомления о следующих роликах и стримчиках. Все ссылочки на все эти в описании канала. И всем пока-пока.